Доброго дня. Съемки производим в компании Superm Boutique. Снимаем мы готовые решения Unicum Nero 2020 года выпуска. С тумбочкой, такой вот интересный, с пенальчиком для крышек, салфеток и сахара порционного. Аппарат прошел полную ТО с разбором всех узлов. Также аппарат оснащен купюроприемником, который принимает купюры, и монетоприемником с функцией выдачи и сдачи. Такой вот автоматик российского производства. Вот с такой тумбой. Тут есть еще отверстие для мусора. Это вот такая вот вещь. Два диспенсера в наборе идет. Вы сможете приобрести в нашей компании. Сейчас идет процесс приготовления. Аппарат готовит 10 напитков. Имеется шкала, информирующая о готовности напитка. Какой напиток, он пишет, он дублирует и здесь, и на экране. Сейчас все тут настроено на 330 миллилитров. Идет процесс приготовления. Имеется также контейнер для зерна, видимость, зерновой кофе, ну, никак не способствует увеличению продаж. Самое главное, чтобы в автомате было вкусное кофе. Также здесь есть модем для удаленного мониторинга. Вот он нам приготовил стаканчик объемом 300 мл. Такой замечательный аппарат вы можете купить в нашей компании. Всем хорошего дня, до свидания.